Приветствую вас на своем канале. Давайте сегодня приготовим очень вкусный и быстрый десерт. Готовим тесто. Для начала сливочное масло и сахар взбиваем миксером. Постепенно добавляем желтки. Соду гасим уксусом и добавляем сюда. Перемешиваем. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Тесто готово. Разделяем пополам. Одну половинку кладем в пакет и убираем в холодильник на 2 часа. А вторую половинку разделяем еще раз пополам. В одну половину добавляем какао и вымешиваем. Эти половинки теста тоже убираем в пакет и отправляем в морозилку на 2 часа. Пока тесто в холодильнике,
Приготовим меренгу. Белки взбиваем с сахаром. Меренга готова. Добавляем мелко нарезанные орехи. Перемешиваем снизу вверх. Достаем тесто из холодильника и раскатываем тонким пластом. Лучше раскатывай тесто сразу на пергаментную бумагу. Кладем на противень. Сверху смазываем клубничным вареньем. Сверху на крупной терке натираем темное тесто. Сверху выкладываем меренгу и равняем.
Сверху натираем последнюю часть теста на крупной терке. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 35-40 минут. Пирог готов. Достаем из духовки и даем остыть. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!